Нижегородцам вручили государственные награды. В торжественной церемонии, которая прошла в усадьбе Рукавишниковых, принял участие заместитель главы региона Евгений Люрин. Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоены три человека. Среди них главный конструктор Государственного научно-исследовательского института «Кристалл» Вячеслав Соснин. Благодарность президента России за сохранение фольклора и этнографии получила Татьяна Мешкова из Шахуньи. Кроме того, благодарственные письма президента получили несколько представителей областного правительства и Министерства образования. Вручение наград, поверьте, тоже очень волнительное. Хоть и не первый раз, но тем не менее всегда волнуешься, потому что перед тобой находятся люди, которые очень многое сделали для своих коллективов, для Нижегородской земли, для России. Это же не просто слова. У каждого из них успехи и в области образования, и в области науки, в области производства. Правительство нам помогает и награждает, так как у нас есть все-таки большие разработки. Вы сами видели, как тополя летают, как добываются полезные ископаемые. Без наших взрывчатых веществ нельзя добыть ни золото, ни алмазы. Получить благодарность от президента Российской Федерации, как вы думаете, какой это стимул? Это обязывает к очень многому, поэтому будем стараться дальше работать.